И последнее. В Новосибирской области ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков. Хозяин предприятия был не рад визиту правоохранителей, поэтому его жилище пришлось брать штурмом. Жильцы этого дома на окраине Тогучинского района даже не подозревали, что сосед прямо у них под боком организовал целую нарколабораторию. С виду 32-летний мужчина оказался благонадежным и законопослушным. Раньше судим не было, при встрече всегда вежливо здоровался. Успеешь! В ходе обыска полицейскими обнаружены и изъяты предметы, необходимые для производства наркотиков. Лабораторное оборудование, канистры, контейнеры с ингредиентами и прекурсорами, предназначенными для изготовления наркотических средств. А также средства индивидуальной защиты, электронные весы, упаковочный материал и другие предметы. В самой лаборатории, которая располагалась в подвале дома и в тайниках, полицейские нашли почти 1,5 килограмма готового наркотика. Эксперты уже провели исследование и доказали, изъятое вещество – сильнодействующий мефедрон. Задержанному предъявили обвинение и взяли под стражу на время следствия.